У кого что болит, тот о том и говорит. У тебя что болит? Все хорошо у меня. Да? Честно. У меня болит недвижимость. У меня болит работа. 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 Работа, друзья. Это на самом деле не болезнь. Это просто для здоровья очень хорошо, когда вы работаете. Надо работать. Всегда надо работать, друзья. Чем-то надо заниматься. Это для себя и для своей родины, для своих друзей, семья очень полезны. Так что, поэтому поехали работать, друзья. С вами Асым, ваш человек в Турции. С вами компания Arbatoms. Если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, подписываемся. И обязательно заходите на наш сайт Arbatoms.co. Заходите на наш сайт, и вы получаете очень полезные информации и последние новости. И, конечно, для разных кошелек турецкий недвижимость вы можете увидеть на нашем сайте, друзья. Теперь мы где? Газпаша, развивающий район в Алании. Очень перспективный район, друзья. И сейчас хочу с вами поделиться. Вот эта квартира, это демонстрационная квартира. Это шоурум. Вообще продается без мебели, без бытовой техники. Это просто, чтобы у вас было представление. Идеальная квартира, на самом деле, друзья, на четвертом этаже. На четвертом этаже 1+1 отдельной кухни, 80 квадратный метр, друзья. Большая площадь и очень хорошая. Ужасная, интересная сцена, друзья. Действительно, очень ужасная сцена с вами. Если вам интересно, под видео есть наши контакты. Пишите, звоните, мы с вами все обсудим. Короче, вот это перехожая, где я сейчас стою. Это перехожая. И с левой стороны спальная комната. И с правой стороны общий санузел, туалет, ванная комната. И хочу вам показывать. Вот это можно оператор это держит? Неудобно мне. Вода. Я очень много воду пью. Ты пьешь? Я напитки люблю. Очень люблю. И очень много воды пью. Короче, это кровать. Я хочу вас познакомить. Это кровать. Да, здесь личная жизнь идет, так что поэтому немножко темно здесь, чтобы никто не видел. Короче, здесь такой длинный большой шкаф, все новые вещи, но это не выходит стоимости. Здесь французский балкон, вот это вот такая большая спальная комната, и сразу напротив санузел и туалет, ванная комната. И здесь давайте кухня или куда? Куда пойдем? Туда или туда? Закончим сюда, да? Давай, зал. Зал, где мы с вами начали. Вот здесь зал, вот такой большой ламинат. И потолок очень высокий. Мне понравилось, потолок очень высокий. Здесь тоже французский балкон, там еще большой балкон есть. Я вам все покажу. Очень красивый ткань. Кто обставил, молодец. Очень вкусно, очень хорошо обставили. На самом деле картинка тоже очень яркая, красивая. И здесь можете вот таком образом вы можете обставить. Вообще продается без бытовой техники, без мебели. И теперь кухня. Так что очень люблю на кухне время проводить, друзья. Очень люблю здесь сидеть, чай, кофе попить, сплетничать. Очень удобно. На самом деле планировка очень хорошая. Отдельная кухня, 1+1, 80 квадратный метр. И много окно, большой. И теперь балкон. Балкон тоже заходим. Вот это добавим. Вот такой балкон. Конечно, где продается, там еще не застеклено. Вы можете застеклить. Получается еще одна комната у вас, друзья. Вот такой комната получается. Вот два выхода, где зал. Один дверь там, один дверь здесь. Два выхода есть, друзья. И есть комплексы, парковочное место. Здесь инфраструктура нету. Это чистый турецкий дом, друзья, чистый. Это очень выгодно для вас, кто хочет жить просто экономнее, айдат не платить. Просто вы не будете платить, айдат очень хорошо. Планировка, расположение тоже очень хорошо. Юг,
сторону, но на море, и здесь запад, расположение очень хорошо от моря, где-то 800 метров недалеко, район Газпаша, все городская инфраструктура здесь рядом, друзья. Так что, все, мы сейчас начали с вами именно внутри квартиры, чтобы у вас представление было. Хочу вам еще показывать пляж, какой пляж здесь Газпаша. Поехали! Почему я люблю Турцию и Аланья, Мерсин, Газпаша? Люблю просто Турцию. Почему? Ты знаешь? Здесь очень красиво. Не только красиво. Здесь уникальная страна, уникальный город, город Аланья, уникальное место, друзья, Средиземное море. Просто здесь, мне кажется, нам повезло. Как немцы говорят, здесь Бог вас больше любит. Действительно, вот декабрь месяце стоим возле Средиземного моря, возле пляжа. Люди купают, загорают, отдыхают. Просто это эмоция невозможно через камеру вам донести, друзья. Это просто уникальная страна, уникальное место. Аланья. Просто здесь богатая природа, богатые истории, друзья. И здесь люди совсем по-другому, очень гостеприимные. Здесь климат очень чист, климат очень хороший, чистый воздух. Натуральные овощи, фрукты, 187 видов растет просто, натуральный. Богатая история. Так что именно из этого люблю вот это место Турция. Я в Дубае был, другие страны был. Нету вот этой атмосферы там. Нету нигде. Только в Турции. Поэтому, друзья, вам добро пожаловать в Турции. С вами еще раз напоминаю, канал Arba Toms. Если вы еще не подписаны на наш канал в Ютубе, подписываемся, друзья. Мы вам показывали 1 плюс 1, 80 квадратный метр. И отдельно кухня, друзья, 800 метров отсюда. Это место, очень хорошее место. Наше сегодняшнее предложение. Покупайте или не покупайте, это ваша проблема. Не моя проблема. Моя задача, вот это Турция, вот эта красота природы, море, вот эта жизнь вам донести, показывать, потому что я русский человек, хотел сказать, нет, я турок, половина русский человек, просто люблю свою страну, поэтому хочу максимально больше количества людей знали вот это место, друзья, это моя задача, я так себя чувствую. Мне нужно просто вот эту жизнь вам показывать, рассказывать. Так что, почему я так чувствую себя? Как будто я ответственный человек, оператор. Чувствую себя, что? Вы приглашаете и отвечаете за всех. Да, я приглашаю, но я просто себе немножко по-другому чувствую. Как будто я ответственный человек, я должен вот это делать, должен не только... ради продажи, вот это покупайте. Я себе чувствую, как будто моя задача очень правильно и красиво, хорошо рассказывать, рекламировать вот эту Турцию. Почему-то я так себе чувствую. Если каждый день я для своей страны, для себя, для своей семьи что-то не делаю, я себе плохо чувствую, почему-то не знаю. Почему? Напишите под видео, друзья, может быть, у вас тоже есть такое чувство. Так что, друзья, все, и с вами страна Турция и город Аланья, район Газпаша, друзья, где есть новый аэропорт, Газпаша, друзья, где есть природа, где есть 320 дней солнца, друзья, где... богатые истории. Так что Газпаша, друзья, если есть у вас вопросы, под видео напишите. И под комментарии можете написать свои мнения и вопросы, друзья. Если хотите лично со мной общаться, связаться, друзья, напишите вот это номер телефона, где Viber, WhatsApp и Telegram. С вами был Асым, друзья, Асым. Который 15 лет, почти 15 лет уже на рынке недвижимости работает для своей страны, родины, друзья. Это я.
Всем желаю счастья и удачи. Я вас люблю. Всем пока.